органов материальных техник. Конечно, в первую очередь хочется поблагодарить компанию «Альянс Алтын» за то, что они вносят огромный вклад в улучшение техническо-материальной базы Министерства внутренних дел. Милиция прикладывает все усилия для выполнения поставленных задач по обеспечению правопорядка, защиты прав и свобод граждан. Полученные новые автотранспортные средства помогут в обеспечении порядка в обществе и борьбе с преступностью. Все мы, и государство, и население, и бизнес, заинтересованы, чтобы в Кыргызстане всегда были мир и порядок. Не зря сотрудников правоохранительных органов называют людьми долга и отваги. Вы стоите на страже закона и порядка, и служите стране, не жалея себя. Хочется поблагодарить руководство и личный состав МВД за грамотную работу, за решение крайне ответственных задач, с которыми приходится сталкиваться довольно часто. В немалой степени это зависит и от того, насколько правоохранительные органы обеспечены в материально-техническом плане. Желаю успехов в работе и крепкого здоровья каждому из вас. Спасибо.